Еще 20 лет назад никто не верил, что Башкирская ассоциация родителей детей инвалидов просуществует и год. Ну вот на днях они отмечают юбилей. Мы сегодня парти счастья пожелаем, с радостью встречать ей каждый свой рассвет. С юбилеем всех сегодня поздравляем, радости и здоровья всем нам много. Девочки, мамочки стали папами, мамами. Значит, и они приходят к нам сюда, значит, уже со своими детьми, и мы строим свою жизнь. Они сегодня, как артисты, поют, пляшут, танцуют. Так что здорово у нас. Нет ничего прекраснее на планете, минуты только когда смеются дети. Сегодня уже мы можем многое сделать. И создали, значит, как центр реабилитации, адаптации. И будем уже вот сегодня подходим к тому, что мы грамотно, не просто что-то взято с потолка, а грамотно будем, значит, делать диагностику, тестирование. Детей подготавливаем к Паралимпийским играм. Общественная организация «Барди» создана в 1992 году для оказания социальной и социально-правовой помощи семьям с детьми-инвалидами. За это время наработаны уникальные методики социальной и психолого-адаптационной реабилитации таких детей и их родителей. В настоящее время ассоциацию посещает около 200 ребят. Айгуль Хурамшина, Рада Акзамова, телеканал ЮТВ.